Я нахожусь в очередной раз в моей жизни в отеле «Ялта». И получаю очередное еще больше удовольствия, чем раньше, потому что я здесь в советские времена, в добрые советские времена появился впервые. Снимали эту сказку, я помню, как сейчас «Раз-два, горе, не беда». И здесь мы жили, коллектив был такой звездный, Николай Караченцев, Рудик Грудин, это который Пан Гималайский, я. И здесь другая была, то есть здание тоже, но атмосфера и внутренность, и вокруг, что творится сейчас. Я уже здесь все обходил, раньше только бассейн из всех развлечений здесь был, а сейчас такое удовольствие, и Массандровский парк. И здесь инфраструктура, внутри все как хорошо. В прошлый раз я вообще в полулюксе жил, двухкомнатном, поскольку я с семьей приезжал. Тоже на этот. Я уже четвертый раз на кинофоруме, международном этом, телекинофоруме. Это мой любимый форум, потому что в таком роскошном месте находится. И мне мои коллеги в Москве завидуют.